Итак, мы пришли в обезьяний питомник Сухомский. Сейчас мы поближе пойдем и посмотрим на обезьян. Эти обезьянки. Питомник это. Макак Ребус. Такая манюсенькая. Маленькая. Такая манюсенькая сидит. Ой, ты кися. Ой, ты красавица. Развалилась. Ладно, легла. Вот эта обезьянка. На солнышко. А это кто пришла? Мамочки с обезьянкой. Мамочки. Вика, повернись на маму, посмотри. Посмотри на маму. Посмотри на маму, Викуся. Ну-ка, не лезь близко. Вика, посмотри на маму, пожалуйста. Мамаша, бабушка, скажи привет. Привет. Привет, бабушка. Теперь больше обезьяну. Ты водички пьешь, да? Так интересно, воду пьет, нажала и пьет. Что? Давай подышим. Макак японский. Привет. Привет, какой-то интересный. Тут семья. Мама, папа и малыш.
Это макак резус. Ой, какая красивая обезьянка. Ой, какая манюсенькая. Куда ты поскакала? Нельзя. Что ты хочешь? Что ты меня схватил? Прям за сумку схватили. А? Что ты хочешь? Чего ты хочешь? Обезьяна. Привет. Запах, конечно, тут, как сказать. Человек... Вас не хватали они? Я хватали. Только подошла. Камеру смотрите, могут выхватить. Ну, вообще кошмар. Ну, в человеческом туалете гораздо страшнее воняет, чем эта обезьяна. Это что за сорт? Ой, эти маленькие, маленькие. Чё маленькие? Что-то хотят, что-то выпрашивают. Что вам дать? У меня ничего нету. Что тебе дать? Что? Что? Что ты хочешь? Что? Что ты хочешь? Что-то выпрашивает, посмотри. Что тебе дать? Ну нету, нету ничего. Жалко, нет, нечем покормить. А? Что маленькие? Что маленькие? Наверное, они их же не моют, ничего. Они друг у друга вычесывают. Эти хоть не кидаются. Че вообще дети какие-то?
Что я вам еще дам? Ну, сейчас, подождите. На природу здесь питомники. Очень красиво. Какие деревья. Шикарно. Ну, в основном здесь макаки резус. И немножко павиана. И вроде бы других пород не видно, если пить павианы. Очень интересные красавцы. Красавец тут. Так посмотрю, красавец. Такой сидит. Хотя это вообще-то павиана. Очень мощные зубы. Вообще-то опасно, обезьяны говорят. Привет. Привет. И что ты смотришь на меня? И что ты на меня смотришь? Ага, ага. Ты себя хочешь показать. Красавец. Ты красавец. Да? Ты красавец. Но мне ничего нету, чтобы тебя угостить. Абсолютно ничего нет, не взяла. Красавец. Сейчас не живу. Все животные в клетке-то, конечно. Жалко. Ну и что ты? Что ты? Показать себя хочешь? Какой ты красивый. Да, это ты, павиан Анубис. Да, это он показал. Это ты, да? Это ты, да. Красавица. Это я. Ну и зачем ты ее кусаешь? Позируешь. Да, да, красавец. Красавец. Умница. Все? Все? Со мной неинтересно, да? Я не кормлю. Я не взяла с собой что-нибудь угостить, жалко. Забыла. Забыла. Внизу у нас палаточки, где можно что-то купить. Сувениры. Всякое разное. Сейчас подойдем поближе, может посмотрим, что у них есть интересное. Хотя бы чтобы... Что тут можно? Атрибутика вот ваша. Вон обезьянчики, другие фигуры есть. Вот туда. Ага. Памятники. Магнитики. Разные. Какие красивые вещи. Шкатулки какие интересные. Русалочка, Абхазия. Здесь турки. Ну, обезьяны. В общем, вся сувенирная продукция. Красота. Ох, какие красавцы стоят. Какие красавцы. Все, спасибо.